Всем большой привет! Сегодня будем готовить очень вкусную намазку на хлеб из молодых кабачков. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Чтобы не пропускать новые рецепты, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Приятного просмотра! У молодых кабачков обрезаем хвостики, а затем режем их кубиками размером примерно 1 на 1 сантиметр. Вес кабачков в чистом виде 700 граммов. Дальше разогреваем сковороду, вливаем 2-3 столовых ложки подсолнечного масла и отправляем туда подготовленные кабачки. Закрываем сковороду крышкой и обжариваем кабачки на среднем огне 15-20 минут. При этом периодически их перемешиваем. Затем добавляем 1/2 чайной ложки соли, 3 чайной ложки молотого черного перца, 1/2 чайной ложки хмели сунели, 2 зубчика пропущенного через пресс чеснока. Хорошо перемешиваем, выключаем огонь и даем кабачкам настояться под закрытой крышкой 5-10 минут. В это время нарезаем произвольными кубиками 2 плавленых сырочка. Теперь еще теплые кабачки перекладываем в миску, добавляем туда кусочки плавленного сыра и превращаем все в однородное пюре с помощью погружного блендера. Даже в теплом виде в намазку уже можно кушать. Но лучше сразу переложить массу в чистую сухую банку и поставить на 1/2 часа в холодильник. После полного остывания намазка становится более густой и вкусной. Из указанного количества продуктов получается чуть больше, чем 1/2-литровая баночка. Вот и все. Вкуснейшая намазка на хлеб из молодых кабачков готова. Хранить ее можно в холодильнике до 1 недели. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.